Сегодня 24 августа, День незалежности Украины. То, что сегодня происходило в центре финской столицы, такого жители Хельсинки не видели уже давно. Сотни, если не тысячи людей, очень много детей. Марш прошел от памятника Маннергейму до самой большой центральной площади Хельсинки возле кафедрального собора. Это действительно было событие. Посмотрите, как это было. Слава Украине, Украина по натусе. И кто такой Путин? Те, кто находился сегодня в центре Хельсинки, запомнят это на всю жизнь. Праздник ли это в такое время, во время войны? Участники акции сошлись во мнении, что да, праздник. Праздник достоинства, чести, несгибаемости. Все это приближает нашу победу. Украина побеждает и победит. Это знают финны. Это знают украинцы. С Днем независимости, Украина. Кристина Тюни. Дмитрий Флорин. Специально для Укринформ. 24 августа 2022 года. Хельсинки, Финляндия. Слава Украине!